Весенний вальс. Так называется традиционное мероприятие, организованное областной специализированной школой-интернатом для одаренных детей номер 11 имени Сакена Сейфуллина, которое прошло в Казахском театре драмы имени Хадиши Букеевой. Нежная мелодичная музыка и в невесомости кружат пары, радуя глаз зрителя красотой и гармонией. Венский вальс, вальс полонез, аргентинский и многие другие виды вальса исполнили учащиеся на традиционном весеннем балу. Я работал много лет в этой школе учителем. Здесь учились мои дети. Сейчас получают образование внуки. Это мероприятие дает мощное эстетическое воспитание. Помогает партнерам по танцу понимать друг друга, работать в команде. Это нужное дело. При специализированной школе-лицее имени Сакена Сейфуллина есть школа искусств, где дети получают знания и практику по игре на музыкальных инструментах, вокалу, хореографии и другим направлениям. Предложенный в 2011 году проект «Куктем вальса» сразу же охотно поддержали и дети, и педагоги, и родители. Сейчас эта школа дает большой импульс для культурного воспитания детей. Это большая радость для школы. Такие мероприятия нужно проводить чаще. Сейчас много различных танцев, но вальс стали забывать. Его не танцуют. Хотя по красоте своей он не уступает ни одному хореографическому направлению. Я считаю, что со школы дети должны уметь танцевать вальс. Он многому учит. Это во многом и от руководства школ зависит. Через музыку и танец человек познает только прекрасное. Его наполняет счастье и позитив, и хочется делиться этим настроем со всеми, кто вас окружает, говорят участники и зрители весеннего бала. Такой праздник красоты и чувственности вдохновил всех. Наша традиция до сих пор продолжается под руководством Зауреш Хайрулиной, Хаймурдиной и Асана Сержановича. Сегодня такое красивое мероприятие, просто чудо. Ведь в жизни музыка в сердце каждого человека занимает очень большое значение, я думаю, очень большое место. Это в мир прекрасного ведет каждого человека. А чтобы понять, если человек понимает музыку, то душа у человека прекрасная. Через пусть наши дети будут счастливы, пусть у наших детей будет все хорошо впереди. Романтичный, искрометный, благородный и волнующий. Вальс прививает детям собранность, уверенность в своих силах, психологический комфорт, формирует красивое телосложение и способствует эмоциональному развитию человека. В ходе праздника школьники исполнили разные виды вальса. В будущем организаторы намерены этот проект проводить более масштабно. Алмагуль Джампиисова, Рустем Ищанов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.